сегодняшний наш прекрасный летний день пополняет очень редкий, но красивый видеообзор самого эпатажного немецкого большого туристического мотоцикла BMW R1150 RT. Да, друзья, это настоящий белый тигр, большой туристический мотоцикл, который вот такой здоровый, с оппозитным двигателем. Обратите внимание, с большими ножками, с защитой, конечно, аэродинамической защитой, чтобы вас не обливало ни дождем, ни ветром. Большими вместительными кофрами, которые, конечно же, отстегиваются. Большой задний кофр, то есть вы можете перевозить одежду, амуницию. Ну, все-все-все, что вы могли бы перевезти на большом немецком белом тигре. Обратите внимание, какое большое широкое колесо с хорошей нидзеллеровской резиной. Дисковый тормоз с оригинальным поршневой скобой BMW. Конечно же, привод кардан, чтобы вы могли долго-долго путешествовать и не думали о приводе мотоцикла. Обратите внимание, как все выполнено лаконично. Красивые седла анатомические. Обратите внимание, вот переходит в бак. На баке вот крышечка есть. Мы откроем бензобак, вам покажем. Все необычно, конечно, для Дальнего Востока, потому что это BMW, это настоящий немецкий мотоцикл за несравненно дешевые деньги. Обратите внимание, ручки руля уже с подогревом, обратите внимание, вот мы регулируем подогрев рукояток. Очень многофункциональные пульты, поворотники, сигналы. Смотрите даже, что есть. Я нажимаю, у нас даже стекло регулируется, то есть угол наклона стекла, обратите внимание, то есть скоростной режим и режим защиты пилота. Это прекрасный мотоцикл. Все до такой степени необычно. Обратите внимание, здесь и обогатитель, и аварийка здесь, и вот и сигнал, и вот такие клавиши поворотов. Очень необычно. Очень необычно для такого мотоцикла. Пожалуйста, хочу, чтобы камера обошла. Обратите внимание, как выполнены зеркала. Хочу обратить внимание, этот мотоцикл пришел к нам, был немножечко подвержен падению. Мы сами это все сделали. Выполнили оригинальную морду в виде немецкого танка. Это пушки, как будто танка, вот глаза, вот такие бронированные фары. Зеркала мы тоже это все сами придумали. Все это имитировали, как будто это большой белый тигр. Обратите внимание, передняя подвеска, все сделано до такой степени необычно. Дисковый тормоз с двух сторон унижен четырехпоршневой скобой BMW. Ох, кош, это за мотоцикл, сам не могу насмотреться. Обратите внимание, масляный кулер стоит прямо в мордашке, как будто бы изо рта будет пыхать прямо. У данной версии мотоцикла, так как он туристический, есть общая подножка. Несмотря на то, что мотоцикл очень тяжелый, да, мы берем за вот эту ручечку, очень удобно. Только немцы могли догадаться такого. Берем за ручечку и ножичкой, опа! Прекрасно, мотоцикл стоит на общей подножке, и мы можем обходить и смотреть его. Обратите внимание, немцы не забыли и про АБС. Есть трещотка АБС, какие они молодцы. Ну что, друзья, еще хотелось бы сказать. Мотоцикл очень необычный и очень большой. Вот, я стою возле него. Ну, а что? Очень большая многофункциональная панель. Я хочу, чтобы камера подошла и уловила. Тут столько всего, ну, все по-немецки. Спасибо деду за победу. Вот, и производим, смотрите, старт находится в другом месте. Мощный двигатель, оппозитный, работает прям. Выхлопная труба спрятана под кофром. Мелодичный мурлыкающий звук. Ну что, друзья, сам не могу насмотреться на это чудо чудное. И хочу вам показать, как ездит этот прекрасный, красивый мотоцикл. Вот, я его снимаю, ставлю на большую, на боковую подножечку, произвожу посадочку. Вот, вот такая посадочка. Хоть и на носочках, но мотоцикл правильно сбалансирован. Я уберу стеклышко, чтобы мне было поудобнее. Итак, друзья, мотоцикл оборотистый. Он аж колыхается от мощности. Ну что, друзья, я сейчас немножечко прокачусь, покажу вам динамику данного мотоцикла. Аж дрожь берет, что я сижу на настоящем немце. Итак, мягкая немецкая коробка, даже без щелчка. Поехали.
Да, на немецком мотоцикле очень приятно ездить. Он правильно сбалансирован, легко можно двигаться на низких передачах. Я хочу, чтобы оператор разрешил мне развернуться здесь. Видите, как легко управлять немецким белым танком. Да, можно сказать, мы просто взяли в плен настоящую бронетехнику. Хороший мотоцикл. Правильно сбалансирован. Очень необычно, конечно, для Дальнего Востока. Я привык, конечно, к японским и американским мотоциклам, но немец это что-то. Он подарит уйму удовольствия всем, кто его захочет прям. Хороший оборотистый двигатель. Сейчас я развернусь, пока... Очень оборотистый двигатель. Все-таки это R1150. Это прекрасный мотоцикл, на котором можно отправиться прямо на Берлин. Да, прямо на Берлин. Эх, друзья, хороший мотоцикл. Ну что, давайте разгонимся. Он буксует на всех передачах. Это очень мощный мотоцикл. Друзья, это прекрасный вариант для всех, кто хочет подарить себе кучу эмоций от необычного мотоцикла. Итак, друзья, я остановился, включаю нейтральную передачу, боковая подножечка. Итак, друзья, досматриваем наши ролики до конца, ставим лайки, регистрируемся на нашем сайте motolife.ru, смотрим тест-драйвы и покупаем мотоциклы только у нас. motolife.ru – сайт, который создан специально для тех людей, которые хотят купить мотоциклы для себя, для удовольствия. Это до встречи! С наступающим 9 мая! Тест-драйв прекрасного мотоцикла BMW RT. Очень мощный белый танк. Интересный мотоцикл. Очень удобный мотоцикл, хотелось бы сказать даже. BMW все-таки. Мощный. Окошечком. Приятная машина. Друзья, сейчас я вам подарю тест-драйв настоящего бумера. Создается. Иду на пятой передаче. Четвертая передача, пожалуйста, третья. Все отображается на панели. Приветствую. Видите, я погнал меня.
BMW. Белый тигр. Данный тест-драйв приурочен к 9 мая. Спасибо деду за победу. Настраиваемся. Очень мягкий, приятный мотоцикл. Друзья, торопитесь. И вы можете стать счастливым обладателем настоящего бумера.